Фролов Дмитрий Юрьевич, художник-реставратор отдела музейных коллекций. Пришел в музей-заповедник в 2002 году после окончания кафедры реставрации. И до этого я работал в одном научно-исследовательском институте, занимался вопросами экспертизы и новых материалов в реставрации. И вначале, когда мне предложили работу в музее, для меня это было достаточно неожиданно. Вот, ну, я решил попробовать и пришел в музей-заповедник. Меня встретил очень дружный коллектив, интересные музейные коллекции. Сразу какие-то наладились отношения с другими отделами. В музее работали очень интересные хранители. И сразу приступил к работе. В работу выдавались очень интересные образцы древнерусской живописи, интересные и сложные иконы, которые требовали такого профессионального, многостороннего, комплексного подхода. Параллельно мы занимались научной реставрацией, проводили исследования и участвовали в многочисленных выставках и конференциях. В наш музей очень теплый коллектив, замечательные взаимоотношения. У нас очень интересные люди, глубокие специалисты, очень разносторонние. И наш музей для меня это просто такая большая семья. Большая семья с теплыми отношениями дружескими. И вот я уже проработал здесь практически 15 лет. Нисколько не жалею. Очень люблю свой коллектив и надеюсь, что дальнейшая работа, она будет также интересна. Это участие в каких-то новых выставках, новых проектах и, конечно, реставрация новых и интересных памятников древнерусской живописи. Из интересных памятников, с которыми пришлось столкнуться в реставрации, наверное, на памяти это выносной крест из Казанской церкви, который нашел на территории Коломенска. Крест был очень сложный. Он был, реставрация представляла комплексную такую многоступенчатую работу, которая состояла из столярных работ, реставрации металла и собственной реставрации живописи креста. Крест был разломан на две части. Его, для того, чтобы его склеить, пришлось снимать многочисленные кусочки серебряного оклада. Это такое позднейшее убранство этого креста. Они удалялись, фиксировались те места, на которых они были прикреплены, чтобы в дальнейшем их устанавливать на свои участки. Вытаскивались гвозди латунные. Крест склеивался, и сложность стала в том, что черенок креста, он очень тонкий достаточно, и медальоны имели корабление, они были изогнуты, его надо было исправить, удалить старый клей, вот, и это была для меня очень новая и сложная такая многоплановая работа, и приходилось много советоваться с знающими специалистами, привлекать разных авторитетных реставраторов, и, в общем, вот так вот поэтапно эта сложная работа выполнялась. И крест удалось укрепить, склеить его, убрать крабление, удалить все поновления, записи на живописном слое и смонтировать, очистить, а потом смонтировать вот этот драгоценный басменный оклад, который был на этом выносном кресте. И в настоящее время он экспонируется в передних воротах, в экспозиции нашего музея.